Аномансера забрал. Очень странный молодой человек. Может, медузку все-таки? Можно поел, кстати, мид еще. Александр 93, привет. Даешь вингу коры? Вот он и поел. А, ну можно медузу, в принципе, попробовать. Но насколько это хорошо зайдет в игре потом, если меня обосут пару раз, это будет очень плохо. Не, у нас очень жадный пик получится, судя по всему. Дай ласт, бро. Окей. Бери ласт. Ну за худший герой в доте. Хоу, братан, ты ошибаешься. Это очень сильная дама. процентов к уклонению, 25% вампиризма, блять, 600 маны. Это просто... Ее 3 таланта очень сильно бустят. Вообще невероятно, блядь. Little Pony на броска, окей. Зубы это щепетильный момент, да. Привет, картавы. Гоним сейчас зрёт как надо. Если бы я знал, как он работает, ребят, было бы вообще чудесно, да. Я не знаю, как он работает. Я говорю, я крайне мало играю в доту, поэтому такие герои, на которых я 50 лет не играл, блядь. Сколько там паунцев первый? Скачков 3. Ой, это мало, блин. Да, они могут и отсюда так-то прийти. С грустных новостей. Самое главное, чтобы типа в миде все будет было. Но пик у них мерзотный. Достаточно. Раз, блять, много станов. Два станы. Сэф неприятный, блядь. Парджика дизейблы. И прочая хуйня. Мистик Снейк, улучшение гонимом. Мистик Снейк обращает врагов в камень. На одну секунду длительность увеличится на 2 с каждым скачком. О, да такое себе. Это трата денег, ребята. Это, блядь, почти бабочка. По деньгам. Микростаны убивают моментально иллюзии на инте одним этим ртом. Но против Пейла это и да, и нет. Но против ЦК заебись. Ну бля. ХЗ. Это же в натуре баттерфляй. Почти. Не обижайте Итили, ребят. Он старался.
Нихуя профессионал. Бля, какая-то заказная вечеринка в миде. Да, я заметил. СФ не себе, не людям называется. На вторую гадюку получите, можно будет заспамливать молодого человека. Почти, сэвчик, почти. Так, нужна аквила. СФ, ты охуел, по-моему. У, конфуз! Ёбаный рот. Ты чё, жиробас, охуел? Только нахуй пошел. У них шейкер не оффлейн, это нормальная тема. Ёбок. Ждем третью гадюку, окей. Что, мы можем как-то его? Или никак? Вряд ли. Хотя можно попробовать. Не отскочила кобра, забей. Нужен третий левел кобры. Там очень много крипов тогда будет. И очень много дэмэджа на последний паунс. Так, мистики возьмем. Ну ты давай кобру свою тренируй. Чтобы тренировать свою кобру. Мальчик большой уже должен знать, как это делать. Просто таргетов очень много, и он впритык подошел. Ну ты уебан, а? Кровь летел, блядь. Охуительная фиссура. У меня трое в миде, это уже не первый выход. Сейчас у них получилось. Хаста на шейкере, блядь. А, вот об этом я и говорил, поэтому я ненавижу коров. Когда вот такая хуйня начинается. Банан блюдский сев, блядь. Бескребетное хуйло. Нужны тапочки. На ульту похуй пока что. Нам нужен щит макшины.
Просто пол хп, блядь, долбоебу. Будет четвертая гадюка, ему будет очень больно. Они пойдут сейчас шрайн пить и вернут. Можем принять их на бой. Сколько там паунцев? 5 сейчас, да? Потом 6 будет. Ну, это нормальная хуйня. Сейф мисс. На бот пошел. Да, он на бот. С ДД. Окей, мы тавер попушим. Мисс! Бля. Окей. Да, надо еще паунти кинуть один, чтобы отскочило по нему. По болючей. Угу. Наберете, ребята. Пошел нахуй отсюда, вот чудовище, блядь. Мне нужен вижн в мид срочно. Желательно наверх, там где Рошан. Максимально сложно играть в эту игру. Да пока нет. Забейте хуй. У нас не те саппорты, чтобы гангать СФа. У нас нет точечной хуйни, которой, блядь, можно его застопить и все. Просто фармите и все. Мне нужен вижен и ТП, если будет выход. Остальное все похуй. ТП. Ну никак, брат. Да. Забей. Ну просто было драться стоять с этим поджом ебучим. До танга нахуй это выкинуть. Еще если капельки возьму, я буду в таких случаях уже драться, если будешь на меня будет один выходить. Типа первый койл дефиш и все. Типа вот Пуджу лучше в таких случаях бить, конечно, поебал. Ой, блядь, фул мана просто, и сэфа пол хп оторвала, блядь. Жалко, не отскочила сейчас. Очень жалко. Не знаю, брать Линкен здесь или нет, против Паджика. Там мы можем тупо в молнии пойти. Молнии и фарм увеличат адепса. Будет море. Фармим пока просто. Метка Слодара каждые 5 секунд Линкен бесполезен, разве нет? Нет, наоборот. На тебя ее могут не повесить, и он может проебать просто, сбив тебе якобы линку, но не повесив ее в итоге ни на кого. А каждая секунда бывает ценная очень.
Все в топ идет. Я ебал так на хэграунде стоять, когда пуджа не видно. Если еще кто-то где-то подстакает, это вообще прекрасно. Аганим не хочешь в этой игре? Пока что нет. Пока что на Аганим не стоит. За сарай, спасибо за 3 месяца, Рисаба, братиш. Спасибо. 15 урона будем брать. Другой нас не интересует, интеллект нахуй идет. Там 600 маны будет, талант. Один таргет сплит шота, это такое себе. Некритичный момент, а вот 600 маны, блять, с куста. Братишка, дай миди покачаться. Можно топе пойти, наверное, нагнетать. Попробовать пейла ёбнуть. О, здравствуйте, дружок. Ебан, блядь. Таратиру тюру ту ту. Пейла можно попробовать, да. Насколько удаляешь камеру через клиент? Да нет, вроде все дефолтно стоит. Лол? Чё твои очередняры, ребят? Разве он у вас как восьмиклассник? Да, задрот, блядь. Там пуджу, блядь, влетело, кстати, нормально по унтикам. Камера отдаления дефолтная стоит, ну типа, насколько можно, настолько я отдаляю. На квиллу включить, то я хуйня какой-то занимаюсь. Тара-тара-тара-дам. Надо в мид ехать. Так, молния есть. Не знаю, Мантулик или Линкин. Или в пизду и то, и другое. Можно сразу Скади брать. Давайте Скади возьмем. Скади жира много дает. Подождите одну секунду, ребята. Можно на боте, да, пойти наделать грязи. Ох, ебать там сразу. Шейкер еще здесь. Болючая, мучача просто. Пизда нашему спириту. Пизда рыбий глаз, я бы даже сказал бы. Сплитшот надо 4-й побыстрее выучивать, и все будет good. Можно будет фермить. Как машина. Как машина для убийства. Возьми. Это пизда.
Я просто не знаю, как это прокомментировать, но они просто все от меня убежали. 400 тонн, спасибо большое за подписку, добро пожаловать на канал, я рад, что ты с нами, спасибо большое, брат. Я не могу их ничем застопать. Разорвали нашего молодого человека. Спасибо большое за подписку, братишки. Добро пожаловать. Ладно, тавр наш. Я один фраг взял. Я думаю, спирит не особо обиделся. Хотя, может быть, и обиделся. Быстрее скади бахать. Как ульт скидывать селедки, лучше в манту. Так до манты дойдет дело. Все неплохо с мантой. Не расстраивайтесь, манта будет. Но я хочу скади. Мне нужны статы под молнии и замедление, потому что у нас с этим дефицит небольшой. ТП, юзайте на бот быстрее. К сожалению, нет такой возможности. А почему она сейчас появилась? Ну, я был мертв. Ой, блядь. Нет такой возможности, когда, блядь, меня убивают, возможность все-таки появляется, да? Застрелил, нах. Вот такая вот хуйня. Я, блядь, моя глобальная ошибка, что я рассчитываю на кого-то, блядь, из команды. Этого не надо делать, когда играешь соло ММР, вообще, блядь. Надо пикать то, что, я, блядь, убивает соло, если ты пикаешь кора, блядь. Просто пиздец какой-то. Я сейчас просто манту возьму нахуй и все. Нахуй я собираю этот жир, если, блядь, у меня все равно подкрепа никакой не будет. Пиздец. Пизда, риби глаз. Берем манту. Ок. Я ебал, рот. Антихайп, нах. Тихо синтрики эти дали. Я ж не только про спирита говорю, ребят. На Лёне выиграл? Нет. Да я на него не злюсь, я говорю то, что остальные, ну, они хуйней какой-то занимаются. Мне мог, блядь, подсейвить виномансер, мог, блядь, прилететь Свен, мог прилететь Тускар, блядь. И все герои, они хуйней занимаются на карте, абсолютно. Не было никакого файта в этот момент, я бы ебало бы не открывал, если бы такой ситуации не было. Смока. ТП-20. Ну нажми же кнопки на Свене, ебаное ты все, нахуй. Там челики, по-моему, загуляли. А нет. Сосе! 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 Это фалтат ситуация! Бордец, соточка. Заберите это. Я думаю, я справлюсь. Аним купишь, алло, блядь. Что купить? Аним купить. Это попозже, парень, это попозже. А зачем я сюда иду, лоу? Мне тут ебало отрубу сейчас. Сидим фласку. Лучше бы я продал, конечно.
Свен, возьми блинк, ёбаный рот. Возьми Свен, да, возьми блинк, купи аганим. Скорость атаки это, конечно, не критично. Лучше 15% миссов, это нихуя себе. Дальше пойдем еще пропушим. Можем себе это позволить пока что. ПЛ кусты, да, выфармливает пока, да? Хаста на топе, да, я видел. Мимо хасты можно изейше пройти, ребят. Так, там диффуз. Диффуз, диффуз. Тики. О боже, ВП. Ты можешь не комментировать эту хуйню? Ты Вилат, что ли, или кто ты там? На кого ты работаешь? Рухаб, блядь. Старладер, блядь. На Старладер, блядь. На Старладер? Хорошо, я тебя замучу тогда. Старладер, блядь. Старладер ТВ. Знаешь, что Ганим делает? Да, мне уже рассказали. Где ульт? Я не стал нажимать. Я думал, что он съебется. Потом я подумал, что 200 маны слишком много отдавать. Нажал стики, нажал баунс. Баунс, точнее, блядь. Но он не отскочил. Потому что есть анимация, блядь, подъема руки. К сожалению, АПЛ бьет быстрее. Из-за этого сожрала ману. Если бы я успел кинуть змею, иллюзии бы пропали. Мама, I'm a criminal. Я знаю, что для тебя тяжело будет. Но все равно я его не буду покупать. Мама, I'm a criminal. Аксу 21, спасибо большое за подписку, добро пожаловать на канал, я рад, что ты с нами. Welcome back to the family, you. Так а что, можем устроить защиту снизу? Защита снизу? Плохая идея. Мы вдвоем в прошлый раз четырех убили. А ТП 17 еще когда? Они сами справляются, ок. ЛТП. Отпушу мид тогда. Им показывается, что чел уже подписался, или ты помнишь? В смысле, показывается. Все показывается. Будем брать бабочку. Батарчик, да? Окей. Да, можем тут два, кстати, забрать еще и на мини. Мантулик прилетит.
это хуёвый файт для нас очень. В итоге пошел спасать Свена. Спас Свена, все нормально. Забрали это два. Проверяйте. Шейкер без даггера зашел в пятерых, блядь. Разве ульт медузы иллюзии не разматывает мгновенно? Ну как ты увидел, что нет. Не размотал мгновенно. Я ж нажал, и иллюзии остались у ПЛ, он просто их вниз отвел. Тут нужен депс, и все. Тебя гонимы какие-то изобретать, ну его нахуй. Они все разбегаются просто сразу же от ульты. В этот момент надо ебать их, но у нас не получилось, потому что у нас Вен был поебанный сильно. Не по миду больше не пойдут, я пошел дефить топ. Не знаю, может задуматься насчет БКБшки. Не знаю, насколько это хороший выбор будет. Правоберг, привет. Овер дохуя контроля, поэтому я и сижу и думаю насчет БКБшки. Но они также откайтить могут. Нам нечем их зацепить, к сожалению. Вообще нечем. Только Свен и все, и пиздец. Нас мамом что ли селедка, или мне показалось? Они будут сплитить нас. Вряд ли они захотят сейчас драться. Ну вот как бы и все. Минус гель. Блять, мы ни одним спейлом не попали по селедке, которая, блядь, нас не видела. Это, блядь, забавно выглядело. Очень забавно. Найс камни. Да найс гель, найс камни. Там все найс. Все было очень чудесно, ребят. Так спать по твой стрим, пришел с работы, включил комп, стримишь, красота. Блять, нормальная тема. Не знаю, идти с командой сейчас опять или фермить пока что. Ну там очень хуёвый файт, и меня, блядь, нет рядом. Шейкера размотали. Сефа догонят тоже. Селедка. Надо по миду крипов уебать. Чтобы тавр можно было снести. И тоже ТП надо. У нас ПЛ уже там пушит на боте. У
О, бля. Скади вари. Нужна бабочка. Нужна бабочка, потом скади. На депса очень-очень мало. И выживаемости. Ну, бля, зачем всем лететь по Элла Дефрит? Ну, это глупость. Ладно. Я по Элла не пойду с вами, Дефит, сори. Это все иллюзии, да? Да. Застрявший шейкер, у тебя там форстав. Ну, реген, этого смысла не было брать, почему? Почему глаза наливаются кровью-то сразу? Сейчас можно будет взять баунти. Даже нужно, я бы сказал. Бля, ну зачем они там дерутся? Он, конечно, молодец, но его ухуяривают. Одного шейкера все это. Сразу Сигил бы вызвал, нет? Все, она пригорела, то, что его не поддержали, да? Окей. Okay. Забейте, вы уже не догоните его. Делаете, ёбаный рот. Бля, вот как с ними побеждать? Кто-то расскажет, блядь. Да нажми ты телепорт, блядь. Вовремя, Свенчик, вовремя. Удачи выиграть, как ты там говорил. Та по селедке ж ударь, блядь, сплэшем, ой, блядь. Завалите свои ебальники, бездарные животные, блядь, мрази. Просто завалите свои ебла, пидорас. Просто нахуй, минус, ебла. Позакрывала пиздаки. Ну вы видели, да, этого Свена, ребят? Удачи выиграет. Ой.
Самое главное в доте нажать ТП вовремя! Я не хотел телепортироваться, потому что вы долбоёбы по одному все сдохли, блядь! Ты шлюха, блядь! Сперва земель, потом ты, блядь, животное, потом виномансер. Да нахуй вы мне что-то говорите, дебилы, блядь! Пунктуальность — твое второе имя, Свен. Ты человек, человек слова, человек время, ёбан. Прихожу вовремя, блядь. Человек, который, блядь, убил бы тебя нахуй. Да, дружище, ты когда вырастешь, у тебя будет хуево гора детей, потому что ты не будешь успевать делать, блядь, функцию нахуй одну. Долбоёб, блядь. Долбоёб, блядь. Долбать. Так а нахуй ты летел сюда, если ты говоришь, я не хотел телепортироваться? Нахуя ты летел? Ты противоречишь сам себе, дебил, блядь. Послушай то, что ты говоришь хотя бы, блядь. Не хотел и захотел, да и тот, да и тот. Так ты определись. Перехотел я, блядь, полетел нахуй, всё просто. Окей, тогда ебало своё закрой. И выучи, как сплэш работает. Можно было ударить по селёдке и добил бы СФ, а ты бежишь, блядь, просто рейд-клик, долбоёб, блядь. Можно было бы ударить по селёдке, блядь, когда, блядь... Выплюн нахуй плов свой, блядь, сорта, долбоёб, блядь. И плов свой завалить, мастер, полез, второй даун. БКБ на селёдке, ёбаный рот. Бля, можно попадать, пожалуйста? Гачибас. Соло! Да-да-да-да. Соло. Соло! Ну окей. Окей, тварь. Так, убиваем, блядь, сразу. Да, есть, блядь. Бараки надо забрать. Иначе это все зря. Бэк! Я бабочку нажимаю. Бля, спасибо, братиш, спас. Охуенно. Осталось уехать отсюда. Я на бэйбэк буду оставлять монету. Бля, можешь все-таки молнию апнуть, нахуй это скади. Ну скади типа вообще... Я гем ебал, если что, если кого-то интересуется. Типа вообще нуль прям. А вот аганим это заебись вроде. Или мне кажется? Не, мне кажется походу. Ладно, делаем скади, это core slot все-таки. Бабочки есть эффективный эффект, да, когда нажимается, она убирает мясы и дает скорость бега. Кто-то давненько в доту, походу, не играл, да? А, возьми лучший дэмэдж, потому что в ульте они тебя не могут бить вообще. Типа МКБ. Вот насчет МКБ я тоже думаю, да. МКБ это слишком охуенная тема. Не, МКБ надо. Да я вообще, блядь, не попадаю по ПЛу, плюс там еще бабочка 100% у ПЛ у этого у СФ. Алло, алло, парни, что мне поменяется ПМ?
Перекладываешь момс в стэш, покупаешь МКБ, потом еще делаешь сатаник. Мом потом переделаешь на сатаник. МКБ точно надо. Без МКБ тут вообще не охуй ловить. Можем убить сверху, если... А, у меня вижу, но нет. Лень. Подождите, дайте Лене распушить, не затевайте файт пока что. Чекните Рошана. Окей. Иду, иду, иду. Прыгай. Прыгай, прыгай. Нормально. С Яфицем разобрались. Да, это жестко. Блять. Го, в миде толкнем крипов и другую линию зайдем. Да МКБ 400, пойду продам сейчас аквилу. Да вообще насрать, там нет 80 секунд героя, пойдем теперь. Я быстро приеду. Ребята, я не могу крипов бить на этом герое. Вампирик, поехали. Поехали кататься. Может Рошана, пока 8 секунд нету? А его нету, блядь. Где-то там Рошана. Какой приятный у тебя голос, Тускар. Спасибо. Так а нахуя нам центр, блядь? Тут нечего ловить. Так, нам бэкдор отключить и зайдите по другой стороне. Уже сейчас СФ выйдет, уже надо отходить. Да что за ересь жирная? Линию, линию, бот. Бот бейте. Можно, блядь, со стана выйти, пожалуйста? Да. Давай, душ, блядь. Что? Не в ту сторону. Файл без байбека. Файл без байбека, кстати, нету, да. Просто стал, блядь, и рейд кликаешь. Охуительный герой, ебать. Давайте отойдем на его нахуй. Можем топ побить, не? Ну го, уйдем. Там 70 секунд без БЛ. Успел бы, пойти. Кого не пойти. Туза, блядь. Успел заебало заехать. А рампашка? Нет, не на ком. Могу я сдохнуть нахуй? Пойди сдохни. Ну Тавер, прими мою душу. Блять, не было скади еще, не было апнутых молний. Это жестко, очень. Я же говорю, Медуза ебанутый герой, ребят. Я сказал, что хорошо, но я скажу, замечательно. Красавец. Сен Соло. Не, Медуза ебанутый герой, ребят, вы зря очень. С ее вот этими талантами, 600 маны вообще ниоткуда, блять. Это примерно плюс-минус, тот же Аганим будет столько маны давать. Потом, блять, мясы. Это примерно как, блять, купить себе артефакт за 1000
500 на вот этот, на бабочку. Плюс самой бабочка, ебать, мясы какие жесткие. МКБ тоже не каждый персонаж собирает, но не каждому это выгодно. Так, поехали, следующий поиск. Следующий поиск. Я отойду буквально на 2 минутки.